Дорогие друзья, мы рады видеть вас в нашем уютном зале творческого центра «Москворечье». Наш сегодняшний концерт проходит в рамках партнерского проекта «Международный молодежный музыкальный фестиваль-конкурс исполнителей на классических инструментах «Музыкальное восхождение», который проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы. Фестиваль проходит в формате ежемесячного музыкального абонемента классической музыки в форме концертов, мастер-классов и творческих встреч с лучшими преподавателями города Москвы. На нашем музыкальном фестивале уже сложилась и своя добрая традиция. Решение о присуждении наград принимаете вы, наши уважаемые зрители. При входе в зрительный зал вы получили анкету для голосования. Каждое выступление участников оценивается вами по 10-бальной шкале, и по окончании концерта анкеты будут переданы в оргкомитет фестиваля конкурса для подтверждения итогов. Сегодня наш концерт необычный. В нем присутствует атмосфера таинства, волшебства и прекрасной зимней сказки. В рамках нашего фестиваля-конкурса мы представляем четвертый концерт под названием «Рождественское чудо». Перед вами выступят учащиеся Центральной музыкальной школы Примосковской государственной консерватории имени Чайковского, детских музыкальных школ и школ искусств Южного административного округа города Москвы. Попурри на тему русских народных песен исполняет ансамбль виолончелистов «Кантабиле», детская музыкальная школа имени Астафьева. Руководители Елена Патерилла и Марина Бухарова, концертмейстер Ирина Копытина. Аплодисменты, встречайте.
Ференц Фаркаш. Танец.